Две группы. Я и Ратмир. Похолостим и опять повоюем друг с другом. В клубе Ярополк занятия по довоенной подготовке проходят бесплатно. Внимание, группа, противник прямо. На три. На три. На три, на три, на три. Кто тыл, 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 кто смотрит. Все, группа вперед начинает перебегать. Паша остается. Пошла дальше сразу, сразу, сразу. Меняй его. Меняй его. Перебегаешь. Меняешь пасту. Меняешь пасту. Подходит сразу уже, сразу. Почему я должен говорить? Вы должны сами видеть. Давай, 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 давай. Стоп, куда ты побежал? Она тебя не сменила. Вернись обратно. Так, а я со стороны противника смотрю сейчас на ваш фронт. Все перебежки, полукрытия. От укрытия к укрытию. Все, начинаем наступать. Два человека никогда не бегают. От укрытия к укрытию, в полуприседе. Левый фланг, выравниваемся. Быстрей. Вы вот прям самый левый фланг, вы отстаете. Так, примерно круг, в принципе, неплохой. Стоим на месте, неплохой. Вот у нас все стоит. Каждый держит свой сектор. Так, сейчас у нас круговая оборона, и все мы отходим на 3 часа направо. Давай, 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 Виктория, ты тоже там, давай. Держи свои сектора, Алмаз. Налево, кто у вас левый фланг вообще держит? Именно налево. Вот, вернись обратно. Вернись сюда. Вот вы соображаете, вы открываете фланг. Сюда ближе, малый, подойди. Все, 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 выравниваем. Правый и левый фланг должны выровняться в линию. И тыловой дозор должен сплеститься на расстоянии 15 метров, Кайлас. Повоюем. Видел что-то? Сели все. Сели. Сели быстро. Легли за укрытие, моя группа. Идем все прямо дальше. Пошли, пошли, пошли. Все. Четко прямо. Спец, мы начинаем отходить, а вы как раз будете с правого фланга их встретить, как понял. Все, отходим, отходим, отходим. Правый фланг мой, давайте быстрее отходите. Кто у меня там? Малый, быстрее отходи. Малый, ответь пуле, ты где? Вернись ко мне! А чем ты башкой думал? Ты наблюдать должен. Вернись обратно в пуле, сюда, к нам. Это не тебе решать, принимать решение, куда нам уходить. Я тебе сказал, вернись обратно в группу. Быстрее. Малый, я вас вижу, сядь. Чего вы как идете по походному? Быстрее. Малый, чуть-чуть вперед. Малый, чуть вперед. И левее бери. Левее бери. Итак, мы сейчас пострелялись, отошли и ищем дальше их, как говорится. Давай, 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 насыпаем, насыпаем, насыпаем. Лэп, быстрее закручивай фланг свой левый с малым. Быстрее, 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 быстрее. Алмаз, быстрее, быстрее, быстрее. Давай, 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 Алмаз, к полу приседи, вперед еще проходи. Давай, 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 насыпаем, насыпаем. Моя группа, начинаем отход, 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 отход. Когда мы выдвинулись? Сначала увидели, подумали, что это вы, оказались люди в военной форме, готовят шашлык. Нет, были они. Тихо, ладно, стоп, тихо. Мы развернулись в боевую линию, моя группа ушла правее. Мы развернулись, начали идти. Прежде чем увидеть, я увидел свою группу здесь, метров 20. Вы уже были развернуты вот так, правильно? Мы начали насыпать. Вы начали отходить, ну, правильно? Мы кинули две гранаты. Эта группа что делала? Мы так и лежали, я сказал приготовить гранаты. Мне главное было, чтобы противник не вник вот сюда. Да, да. Не вник вот сюда, потому что мы отсюда насыпали. Так, смотрим туда. Командор, берите оружие.